Теремок ТВ. Машинки, Биби, знайки, рады с вами поиграть. Хотим мы много нового ребятам рассказать. О цифрах и зверятах хотим вам песню спеть. Зовем мы вас, ребята, мультфильм наш посмотреть. Биби, знайки. Здравствуйте, наши любимые Биби-знайки! Сегодня мы начинаем учить ребят считать. А в этом нам поможет наш хороший друг. Ура! Знакомьтесь, ребята! Это добрый смотритель зоопарка. У него что-то случилось? Ой-ой-ой! Пока он отдыхал, все жители зоопарка разбежались. Ну что же нам делать? Давайте все вместе поможем ему найти и посчитать всех зверей. Да! Чтобы цифры знать, ребята, нужно нам зверя найти. Считаем, чтобы цифры лучше знать. Всех зверят найдем и вместе мы научимся считать. Их потом пересчитаем, чтобы цифры лучше знать. Всех зверят найдем и вместе мы научимся считать. Смотрите, ребята, вот цифра 1. Запомнить ее очень легко. Да! Ой, а вот и жираф нашелся. Сколько жирафов вы видите? Правильно, ребята, жираф 1. Ура! Цифра 1, самая первая. С нее мы начинаем считать. Ура! Запомнили? Да! Отлично, тогда продолжим. Вот 1, смотри, какая. Цифра длинная, прямая. Счет с нее мы начинаем. Без нее никак нельзя. Вот жираф один скучает. Шеей длинной он качает. Мы один запоминаем. Как же весело, друзья. А теперь, ребята, давайте поиграем. Вот цифра 1. Запомнили? Отлично! Найдите кубик, где нарисован только один жираф. Посмотрите внимательно. Готовы? Правильно! Здесь нарисован один жираф. Давайте повторим. Вот новая пара кубиков. Скажите, где нарисована цифра 1? Правильно! На этом кубике нарисована цифра 1. Запомнили? Тогда продолжим! Разбежались все зверята, но смотритель не грустит. Ведь помогут Биби-знайки всех зверей ему найти. Цифры выучим мы вместе, будем весело играть. Всех зверей вернем на место и научимся считать. Цифры выучим мы вместе, будем весело играть. Всех зверей вернем на место и научимся считать. Замечательно, ребята! Мы помогли смотрителю зоопарка найти одного жирафа и запомнили с вами цифру 1. С
Спасибо вам, Бибизнайки! И до новых встреч! Здравствуйте, малыши! Бибизнайки уже ждут вас! Мы уже знаем цифру 1. Да! И помогли найти нашему другу, смотрителю зоопарка, сбежавшего жирафа. Давайте повторим. Это цифра 1. И один жираф. Замечательно! Но другой вольер тоже пустой. Оттуда убежали 2 слона. Давайте поможем смотрителю и попробуем узнать, куда же спрятались 2 слона? Да! Чтобы цифры знать, ребята, нужно нам зверят найти. В зоопарк вернуть их всех от 1 до 10. Их потом пересчитаем, чтобы цифры лучше знать. Всех зверят найдем, и вместе мы научимся считать. Их потом пересчитаем, чтобы цифры лучше знать. Всех зверят найдем, и вместе мы научимся считать. Смотрите, ребята, вот цифра 2. Давайте запомним ее. Отлично! Да! А вот большой и сильный слон. Сколько слонов вы видите? Правильно, ребята! На картинке нарисовано 2 слона. Ура! Запомнили? Да! Замечательно! Тогда продолжим. Цифру 2 запоминаем, ведь 1 уже мы знаем. Мы до 2 уже считаем, нам без цифр никак нельзя. 2 слона стоят, мечтают, ушами медленно качают, наши песни подпевают. Как же весело, друзья! Давайте поиграем, ребята! Найдите кубик, где нарисовано 2 слона. Посмотрите внимательно. Готовы? Правильно! Здесь нарисовано 2 слона. Давайте посчитаем. 1, 2. Замечательно! Повторим? Вот новая пара кубиков. Скажите, где нарисована цифра 2? Готовы? Правильно! На этом кубике нарисована цифра 2. Запомнили? Тогда продолжим. Разбежались все зверята, но смотритель не грустит. Ведь помогут Бибизнайки всех зверей ему найти. Цифры выучим и вместе будем весело играть. Всех зверей вернем на место и научимся считать. Цифры выучим и вместе будем весело играть. Всех зверей вернем на место и научимся считать. Молодцы, Бибизнайки! Мы выучили цифру 2. Мы узнали, куда спрятались 2 слона и помогли смотрителю зоопарка их найти. Спасибо вам, Бибизнайки, и до новых встреч!